Число погибших от природных пожаров в американской Калифорнии выросло до 31. Пропавшими без вести числится более 200 человек. Стихия привела к катастрофическим разрушениям. Огонь уничтожен более 7 тысяч домов. Число эвакуированных превышает 300 тысяч. Ликвидировать пожар пока не удается. Пылает практически 50 тысяч гектаров. Но локализовано пока лишь 25% пожара.